Thank you.
Работники АЭС, пожарные, врачи, медсестры, шахтеры, солдаты, ликвидаторы. Сотни тысяч людей помогали справиться с аварией. Памятник тем, кто спас мир. А его бы не пришлось спасать, если бы кто-то другой не обосрался по полной. Таня, милая, ты не была такой циничной. Ты уверен? Или это тебя память подводит? Воспоминания они такие. Мимолетные, ускользающие. Мы помним все так, как хотим помнить, а не так, как все было на самом деле. Что тебе от меня надо, Таня? Приглядись к памятнику. Видишь человека слева, у которого дозиметр? Сразу после аварии на станции ни одного дозиметра не было. Все были либо сломаны, либо конфискованы. Эти люди понятия не имели, с чем столкнулись. А тех, кто пытался сказать правду, затыкали. Руководство всегда в первую очередь думало о секретности. Ну, еще и о первомайских шествиях. Простые люди были расходным материалом для их грязных делишек. Все было не так однозначно. И вообще, за прогресс надо платить. Прогресс, говоришь? Идем, Игорь. Я покажу тебе твой любимый прогресс. Thank you.
Не спится, любимая? Боишься завтрашнего осмотра? У меня какое-то ужасное предчувствие. Мне страшно, Игорь. Ну-ну, все будет хорошо. Доктор Петрович один из лучших гинекологов в стране. И я всегда с тобой рядом. Не забывай. Надеюсь, ты об этом не пожалеешь, любимый. Это что-то новое. Наверное, работа темных туристов. Но что ты видишь? Фигуры людей. Тени, выжженные на земле, как в Хиросиме и Нагасаки. То, что осталось от людей после взрыва бомбы. 5000 градусов по Цельсию. Их просто испепелило мгновенно. Распад урана-235 и плутония-239 вызвал такие мощные взрывы, что они испарили все рядом с эпицентром. Но зачем мне это видеть? Я над ядерным оружием не работал. Я хотел дать согражданам дешевую энергию, а не бомбы хреном и делать. А ты уверен, что помнишь про реактор РБМК-1000? Он был ненадежный. Постоянно давал сбои. Почему руководство партии требовало, чтобы его использовали? Вспоминай, Игорь. Тебе нужно вспомнить. Ну, потому что его легко было превратить в оружейный. Мирный атом можно было мгновенно поставить под ружье. Да никто этого не планировал, понимаешь? Я тебе еще кое-что покажу. Иди за мной.
«Русский дятел», «Глаз Москвы». У этого чудовища много имен. «Дуга-1» — загоризонтный радар. Он должен был предупреждать нас о запуске ракет Запада. Огромный и очень прожорливый комплекс. Настолько, что Антоне нужна была электростанция. Но ведь это все равно просто радар. Груда металла. И я его уничтожил. Это военная машина. Очередная ступень в бесконечной гонке вооружений. Вот твой прогресс, Игорь. И ты в ней участвовал. Пусть даже несознательно. Ты о чем? Ты уверен, что это все? А как насчет секретных передач, управления разумом, экспериментов КГБ? Это ты мне расскажи. Ты, похоже, о них все знаешь. Хотела бы, да не могу. Ты меня сюда притащила и... Не дуйся, Игорь. Пошевели мозгами. А может, я схожу с ума, а ты просто голос у меня в голове. Таня, Таня. Совершаешь большую ошибку. Зачем ты пришел? Остерегайся его. Он может причинить тебе непоправимый вред. Ты найдешь здесь только боль. Нет. Татьяну я теперь ни за что не оставлю. Он идет, Игорь. Он уже рядом.
Что случилось, Игорь? Что случилось, Игорь? Что нового, Игорь? Оль, я давно хотел у тебя спросить. Какой была твоя жизнь до всего этого? У тебя были близкие друзья в деревне? Конечно. Мы были очень дружны. В условиях постоянной угрозы очень важно иметь возможность положиться на товарищей. Но раньше, когда мама еще была жива, все было по-другому. Зона отчуждения была для нас священной землей. Мы хотели изучать ее, узнавать что-то новое. Я была испорченным и требовательным ребенком. Устраивала сцены. Все время была злой и не могла смириться со смертью отца. А потом меня взял под крыло Матвей. Научил полезным вещам и показал, как справиться со скорбью. Похоже, ты многим ему обязана. Да. Можно сказать, что в каком-то смысле я обязана ему жизнью. Мне нужно было вернуться к нормальной жизни ради мамы. И ради себя тоже. Доброта Матвея помогла мне стать той, кто я сейчас. Охотницей, которая никогда не сдается. Спасибо, что поделилась, Оля. Пожалуйста. Если что, ты знаешь, где меня найти. Привет, Оль. С радостью. Только прямо сейчас я не могу. Thank you.
Есть разговор, Игорь. Я весь внимание. Я тут узнал кое-что. Нар готовится к масштабной поставке припасов. Может, и пищевые пайки завезут. Нельзя упускать такой шанс. А ты, похоже, времени зря не терял. Отлично. Я этим займусь. Может, это поворотный момент, Игорь? Могущественный союзник в таком опасном месте может все изменить. Ты всегда был таким доверчивым. Очень хочется верить, что тебе это не навредит.